Друзья, всем привет! Сегодня у нас повторение давнешних опытов. Короче, надо покрасить кусочек капота в переход. Этот капот, эту машину делали мы года полтора назад. Красочка есть. Сюда ударил камушек. Тут мелкая срань пошла на уголочке. То есть переделать, ну, капот очень большой. Это Cadillac Seville. Капот огромный, и делать его весь, ну, как-то не хочется. Тем более, что повреждение было вот тут на носике, и вот тут маленькая трещина. Тут весь клюв шпатлеванный, то есть тут весь капот придуман из шпатлевки. У нас есть миник, как бы инструмент есть весь для этого дела. Я так прикрою бумагой, чтобы мне не летело сильно туда. И будем локально сейчас аккуратненько подкрасим. И на лочке разойдемся. Тут дюза 1.2. Это LPH80. Я не использую тут ничего, ни биндеров, ничего. Это у нас цвет портвейн называется. Все, минут на 20 оставим, пусть высохнет. Зальем сюда лак. Будем лачиться, и переход делать. Тут зона матовая разработана 1200 и 2000. Там аж за бумагой заканчивается 2000. То есть я кину себе лачок сюда, расклею бумагу, и будем аккуратненько через переходной с лачком все это дело смешивать в кучу в одну. Так, тут все высохло. Берем липкую салфетку. Вот видите, докуда у меня там все. Все обезжирено и замотовано. На всякий случай сделаю вот так. И как таковой сам парашют мне уже сильно и не нужен. Давайте мы сделаем так, что он нам вообще уже не нужен. Я лучше все тут на всякий случай перепротру. И будем работать на очень низком давлении. Видите, есть чуть-чуть. Очень узким факелом. У меня там параллельно бампер обновляется с нее же. Но бампер нам не интересен, там мы другую работу выполняем. Здесь у меня переходник по лаку. Я активирую там зону крайнюю.
Надо сходить долить, он заканчивается. Но пока кинут первый тонкий слой. Вот такой факел. Побольше подачу. Первый я, по сути, кидаю только там, где у меня база. Это Ультра ХС плаг. Сразу подразмою. Все, пошел долью, бы закончилось. Так, посмотрим на переход. А переход красивенький, и делаем его еще раз. Видна в районе перехода куча сорности. Не знаю, как это объяснить. Это, ну, в растворителе вот эта вот пыльца, которая у нас от лака капушки. Может, какой-то мусор отсюда, хотя тут мусора особо нет. В общем, это все идет под полировку. Понятно, что тут все под наждачок легенький. Но сам переход должен быть... должен быть красивым. Все, теперь оставляем. Оно высохнет, я еще температурно высушу его сейчас. И посмотрим, как будет полироваться завтра. То ли загрязнение, сейчас постараюсь достать. Непонятно, что тут.
ворсиночка. Так, мы тут все высушили. Несколько дней оно уже стояло на машине. Собрали в кучу. Полирнем. Сейчас пока на соринке я тут внимания не обращаю в зоне перехода, вот эти вот все мелкие дефекты. Я хочу глянуть, как вытянется вот это тут опыл, который лежит. Ну что я могу сказать, переход отличный. Вот в этой части между пальцами у меня идет распыл. Я даже знаю, где он, его не видно. Я сейчас не применял специально ни наждаков, ничего, чтобы можно было посмотреть, как получается. А получается очень хорошо и красиво. Теперь дополирую сейчас там. Возьмем, поубираем сор мелкий тут в зоне распыла. И капот будет готов. Так, пробежался, полирнул. Сейчас смоем остатки пасты, чтобы нам не забивало наждак. И отработаем чуть-чуть наждаком по соринкам.
Нет, по саринам отработаем талиблок 800 и 1200 и 1500 толикс. 800 я не уверен, что тут мне надо будет. Я так чисто пробегу самый крупняк, точну и потом на машинке добью риску. Две тысячи бафлекс на собственной проставочке. Вот четко видно, где идет переход. Подматываем. Но я не буду специально меня там размотовывать. Итак, шагрень подровнять, потому что тут чуть крупнее, чем надо. Уже подсел листочек, прям ощутимо так хуже стал работать. Yeah.
Так, посмотрим, чего у нас тут получается. Глянем, где надо дотереть, может, дошлифовать, дополировать. Вот, видно, надо дополировать, не догрел. Тут вроде лучше прогрел эту половину. И вот тут хвостик. Я не знаю, как на камеру показать. В общем, вот тут. А так все получается, ну, довольно-таки красиво. Мне даже нравится. Так, вроде дополировал. Еще раз смываем. Это смывка, это 49 номер по Автомэджику. Он классно, во-первых, остывает, он как парит, видно. И дочищает пасту полировочную хорошо. То есть можно будет увидеть, что мы не дотерли с первого прохода. Все. Тут у нас был опыл. Вот тут переход. Тут уже чистый лак. По-моему, получилось очень хорошо. Понятно, что теперь весь капот выглядит хуже, но мы машину чуть воском припылим, притрем, чтобы она подзаблестела получше, почистим ее, по-моему. Вообще машина вся была в керамике. Год назад наносилась керамика. Керамику мы отсюда подмыли, отполировали, счистили наждаком все и спокойно сделали переход. Я еще вот тут вижу чуть-чуть рисочок, сейчас дополируем. Да и, собственно, все. Пробежался еще по всему капоту, чуть глянца подбил, сполоснул машину. В принципе, знаете, результат, ну, прям такой. Очень хороший, с учетом, что размывалось все прям так широко, зоны никакой себе не обрисовывал. То есть отработало все нормально. Перехода не видно, но перехода не видно, потому что лак на кузове уже ремонтный, уже не та твердость, как у заводских, поэтому ориентироваться, что можно вот такой переход сделать на свежих автомобилях, нет, там он не получится. Там эти переходы не получаются даже под ребро вот так сделать. Затягивается лак, сплывает, невозможно его вывести, вот растянуть зону. Старые автомобили там до 2000... Ну так, до 2008, до 2005 года, там по-любому получаются переходы посреди дверей, посреди капотов, беспроблемно. Все, что от этого года и выше, уже такое рискованное. Поэтому на ремонтных лаках без проблем можно такое сотворить. На чем-то свежем, ну, уже посложнее будет. Для работы, неважно, какими там пастами особо пользуетесь, кругами и наждаками, главное соблюсти вот этот порядок. Крупная риска с переходом на мелкую, там сделали переход, потом взяли любую из крупных паст, отработали, потом смотрите уже там что-то помельче выбираете, то есть выводить больше блеск, больше глянца. Будет хороший результат. Если есть какие-то вопросы, пишите в комменты. Я желаю всем удачи, пока.